Здесь 10, здесь 3. Здесь 10, здесь 3. Потом, когда сделаете 3 подходика, поменяете. Тяжелая работа. Только вот Вячеслав Юрьевич спасает. Поддержкой. У меня еще Сима, может даже себе меньше делать. О! Не это. Он же сказал, не помогаем, братан. То, что мы летом делали. Типа вот так иду сюда. И поднимаюсь, правильно? Все, еще одна серия на правую ногу. И потом то же самое на левую ногу. Так что завтра ножки будем чувствовать с утра. Юрий смеется надо мной, видите? Юрий, пару слов. Стой, браво. В камеру, Виталий. Очень низко не садись, не больше 90 градусов. Виталий, в камеру повторите, Виталий. И не страдай, все. Здорово, Симеон. Делайте по 5. Пашем, должен быть. Будем работать, чтобы результаты стали лучше. Замбик выложил пост, когда вернулся в Хабару, написал: папа заряжен. И медленно сажусь. 10 раз. Да. Скажи ему уже с тренерами там что-то трет. Потихонечку в штаб метит. Разминочку сегодня провел уже. В белой футболочке, смотрите, все в красном, в белом. Скажи ему уже метит в тренеры. Нет, тренеры некоторые пашут, я говорю. А некоторые отдыхают. Он справа, да? Поэтому вратари у нас в порядке. Нормально. Бычок тащит. Сейчас добавим веса быку. Альбек! Альба! Все, зал закончили, идем на тренировочку. Хотя уже как будто в номер пора домой. Пытаемся создать хорошее настроение. Уставший. Еще баба свою музыку ставит. Зохан, что ты не идешь, Зохан? All eyes on me. All eyes on me. Поэтому, как говорит главный, расставляем приоритеты. Сейчас тренировка у нас. То, что касается сегодняшней тренировки, мы идем опять постепенно. Вы можете работать между собой, продвигать также через игроков, которые на флангах. Первый играем внутри. Если оборона неправильно сыграла, то мы ищем дальнюю связь. Да, стоит, левый бегом. Левый стоит. Хорош бычок. Сзади, Сава. Ой, здорово. Сава, умница, молодец. Иди, Сава, один. Нет, всегда эти держат. Мы потеряли. Красный только в отборе. Красный отобрали, забивают сюда. Хорош, забить. Хорош, Фил. Подержись чуть, братан. Смотри, левый у тебя. Левый. Нормально, хороший такой. Квадратик, подойди чуть. Надышались в отборе, когда особенно. Еще после зала у всех ножки тяжелые. Сзади! Кирюх! Еще! Ух ты! Выиграл. Молодец. Дрибл. Молодец. Хорош, похшал. Здорово. Слава, чисто хороший подсказ бровки, да? Да. Он Сима гол забил. Да, увольни сейчас не будет. Ты где стоит? Красный, брат. Вторые? А кто у нас еще один? Берет, видели, как поставил? Топ вообще, коленом. Ну а как ты ходишь, братан, здесь по-другому, как в игре еще хуже. Ты прикинь, сзади тебя хитить будет. Наоборот, брат, тебя подставиться можешь, я под такую передачу что-то с ним под фол чисто? Ну конечно, брат, ты тебя подрезать можешь, не знаю, или подставить. Ну ты подрезал же сейчас, не? Ты же подрезал сейчас. Подрезал, Голину с канала поставил. Сава, дай мне чуть сюда, не сильно вперед.
чуть в ножку. Ай! Слушай, мне Роман Сергеевич, в общем, вещи сказал. Важные, важные. Которые мне не раз, кстати, говорили уже. И вот, например, Волоха Сугробов мне такое говорил. Что со стороны я слишком расслабленно выгляжу. Понимаешь, мне надо концентрироваться больше. Да? Чуть более подсобраться, да. И на самом деле мне это, да, уже говорили, но будем работать, что делать. Ну как тренировочка пошла вот сегодня? Сегодня зал был тяжелый, да, зал был тяжелый, поэтому на поле, в принципе, такой сильной нагрузки не было. Размялись передачами, в квадрат поиграли, и вот на завершение поработали. Ну, вечером посерьезнее нагрузка будет, беговая работа вроде. Вот, и завтра еще хороший день, тяжелый будет. Все,